Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры. Если меня слышно хорошо и видно хорошо, поставьте плюсики в своих чатах, пожалуйста. У нас пришло время вебинара по партнерской программе нашей компании. Вот, и с вами сегодня будем говорить именно эту тему. Если у нас в комнате те люди, которые достаточно давно не были на вебинарах по партнерке, поставьте, пожалуйста, просто цифру 1. Вот, чтобы я понимал, что такие люди есть. И... Здравствуйте, Таисия. Так, Таисия поставила 1. Таисия. Не из Санкт-Петербурга ли вы, Таисия? Так, Вдовин Владимир Григорьевич поставил 1, то есть давно не был на партнерской программе, да? Вот, в принципе, сказать, что она сильно изменилась по сравнению с тем, что было у нас, например, летом или весной прошлого года, наверное, это было бы неправда, хотя, в принципе, сама партнерская программа в том виде, в котором мы сегодня видим, да, вспомнил, извините, Таисия Смолевича, Международный аэропорт Минск-2, вот, находится недалеко, еще у вас красивое большое озеро, где большое количество рыбаков обычно бывает. Вот. То есть запущена эта программа была с 2016 года, с самого начала практически, и в том виде, в котором мы ее сегодня видим, она с марта месяца этого года. Но произошли небольшие изменения в начале восьмого этапа, да, то есть изменены начисления на акционный счет, вот, и, соответственно, можно сказать, что партнерская программа немножко изменилась. Важно понимать, что партнерская программа является инструментом. Инструментом, который вам сегодня позволяет зарабатывать деньги. Мало того, инструмент, в принципе, достаточно простой. Для того, чтобы зарабатывать деньги по партнерке, я не могу сказать, что это легко. Сразу поймите правильно, что слово «легкий» и «простой» – это совершенно разные вещи. Да? Потому что просто – это то, что мы можем сделать просто. Но вот огромное количество людей с большим трудом делают простые вещи и простые шаги. То есть организовать что-то сложное, да, рассчитать какие-то формулы, организовать какое-то мероприятие, например, там, юбилей родных и близких, на который нужно пригласить там, 100 человек, да, и все будут довольны и так далее, потратить кучу денег, мы-то сами, в принципе, можем. А вот просто пригласить одного-двух человек, может быть, к себе домой на чай, да, и в это время включить компьютер и будет проходить презентация. Вот. Либо, скажем так, тот же офис, если проводят живые презентации, мы почему-то не можем. Да, что-то внутри нас срабатывает, вот, мы начинаем сомневаться. Хотя в большинстве случаев, да, большинство партнеров, которые сделали какие-то шаги, я не говорю, что все. К сожалению, есть такие, которые, скажем так, попали в наш проект, ну, не то чтобы случайно, но кого-то уговорили, кого-то ушатали, кого-то зарегистрировали, даже не спросив. И такое есть, да, то есть такой процент определенный людей присутствует в нашем проекте в том числе. Я вот рекомендую вам всем, если вы кого бы то ни было регистрируете, чтобы это люди делали сознательно, да, то есть чтобы они давали свои паспортные данные, чтобы они соглашались на регистрацию, приняв твердо положительное решение, что да, они готовы делать то, что, о чем вы им рассказали перед этим, да, либо быть инвесторами, либо зарабатывать с вами деньги. Вот будьте честны, будьте открыты, не надо ничего выдумывать, да, не надо втихаря, говорю, никого регистрировать там и чудом каким-то образом заполучать документы этих людей, чтобы потом подтвердить сертификаты, которые вы им купили. Вот это делать совсем не нужно, да, то есть я не думаю, что у вас есть лишние деньги. Кстати, лишних денег нет ни у миллиардера Трампа, который стал сейчас президентом США, вот, ни у других миллиардеров. То есть лишних денег не бывает. Бывают деньги, как они говорят, свободные, да, которые они могут пустить в инвестиции, чтобы эти деньги стали еще больше. Лишних денег нет ни у кого. Возможно, есть у правительств целого ряда стран, которые, скажем так, их направо-налево раздают, эти деньги не реализуются в том направлении, на которое они даны, да, и тырятся по карманам. Вот такое и есть, к сожалению. Но, тем не менее, в партнерской программе компании Skyway Capital вам за действия, которых вы не делаете, платить не будут. Да? Но у вас ничего не отнимут, если вы что-то создадите благодаря информационной работе, благодаря тому, что вы стали популяризировать информацию о технологии Skyway, о компании Skyway Capital, о том, как можно стать инвестором, о том, как можно, скажем так, стать совладельцем крупнейшей транспортной компании, да, в недалеком будущем. Просто о том, что люди могут изменить качество своей жизни в лучшую сторону, если прослушают информацию, да, зададут вопросы и разберутся в том, что вы им хотите донести. То есть вот такая вероятность есть. Если вы будете подходить именно с этой точки зрения, да, зная, например, в своем окружении, что у людей есть какие-то проблемы, если люди, не дай бог, как они считают, озвучили при вас, что вот они бы хотели сделать вот так, но им для этого не хватает чего-то, у вас, в принципе, карты в руки даны, да, и вы можете сказать, ты знаешь, я могу тебе помочь. Для того, чтобы ты понял, что нужно сделать, нужно встретиться там-то, нужно там тебе выйти в скайп, и я тебе без 10-6 там кое-что пришлю, и мы с тобой вместе посмотрим.
Вот. А что это, а как это, ты знаешь, я только в это вникаю, разбираюсь, поэтому мне сейчас некогда, давай встретимся с тобой тогда. Вот и все. Если вы сами не будете грузить своих родственников вот с такими вот глазами, да, купив себе пакет за 15 долларов и думая о том, что вы сейчас подпишете огромное количество людей, которые будут платить 1000, 2000 и 5, то в принципе все у вас может сложиться. Потому что делать шаги в партнерской программе любой, не сделав серьезного шага самому, да, а там где-то тайным образом умыкнув 15 долларов из своей семьи, купив себе маленький пакет, надеяться, что за вами люди будут покупать огромные пакеты, это было бы не совсем корректно. Хотя за вами будут идти люди, даже если вы взяли на 15 долларов. Только вы им должны будете честно сказать, да, я вот начал с малого пакета потому-то, у меня были такие-то причины. Но если у тебя есть возможность, и ты имеешь возможность проинвестировать большие средства, я рекомендую тебе это сделать, потому что вот так. Да? Потому что на выходе будет больше пакет долей компании, потому что там будут какие-то преимущества у тебя и так далее, так далее, так далее. Говорите честно. И партнерская программа как инструмент заработает в ваших руках, если вы на это будете уделять но определенное время в течение недели. Как говорит господин Рэнди Гейдж, которого я отношу, наверное, к одним из самых наиболее продвинутых, да, идеологов MLM-индустрии, то есть человек, который на своем опыте, на своей шкуре, там, спине, плечах вынес огромное количество лет, да, сотрудничая с разными компаниями в этой индустрии, он дает свои рекомендации. Он говорит, что MLM-бизнес, он ничем не лучше, не хуже любого другого. Там, я не знаю, ферму построить, да, разводить, скажем так, племенных телят, потом их перерабатывать на мраморное мясо, вот, либо что-то еще. Но в MLM-бизнесе есть определенные простые, назовем так, законы, либо правила. Да? Если вы будете следовать этим правилам, то данный бизнес будет работать на вас, у вас будет создаваться структура, и у вас будет, скажем так, положительный результат на выходе. Если вы будете переносить свои какие-то знания извне в эту индустрию, не факт, что они сработают. Как показывает практика, ну, большинство, скажем так, лишней информации, особенно если эта информация, скажем, изуродована большим количеством образований того, кто это хочет сюда внести, да, оно, как правило, не работает. Вот таким вот образом. Поэтому есть простые вещи, которые нужно выполнять. Если вы их выполняете, если вам сложилась так ситуация, что у вас в том городе, где вы живете, рядом еще есть наставник, который вас пригласил, это замечательно. Если такого нет, этот наставник находится где-то, скажем так, на удаленке, как мы говорим, через скайп, либо через любой другой мессенджер, это тоже неплохо, потому что вы можете подключать его к трехсторонним разговорам и давать информацию своим потенциальным партнерам. Вот. В конце концов, если всего этого нет, есть отдел информационной поддержки, и я вам хочу сказать, нагло так заявить, что практически нет больше ни одной MLM-компании, компании, у которой есть партнерская программа, в которой существовал бы отдел информационной поддержки, где в режиме реального времени с 10 утра до 19 по Москве вас, ваших потенциальных партнеров, могут проконсультировать по тем вопросам, которые у них возникают. И плюс служба технической поддержки, которая не просто предлагает вам заполнить форму и ждать там неделю, месяц или полгода, да, пока вам ответит руководство компании, а на те вопросы, которые она может ответить, сразу отвечает, либо формирует заявку, и специалисты наших служб, которые работают в Москве и в Беларуси, решают эти вопросы. Вот такие вот дела. Как бы, может быть, достаточно длинное отступление от тематики самой, да, партнерской программы, но хочу сказать одно. Самое главное достоинство партнерской программы Skyway Capital – это простота. Потому что есть четкий процент выплат по уровням. Если вы, скажем так, создаете товарооборот, то в соответствии с вашей квалификацией, которых всего 6, вам выплачивается определенный процент с любого товарооборота, создаваемого в глубине вашей структуры. И еще, наверное, отличие взаимодействие вас по партнерской программе с компанией Skyway Capital от практически всех, да, компаний, в которых есть многоуровневое распределение дохода, вот, то, что все компании, приходящие на рынок любой страны, они уже имеют, скажем так, устоявшееся количество руководителей, акционеров, у них есть определенная линейка продукции либо услуг, да, и для того, чтобы там стать совладельцами компании, что вам в дальнейшем сулит часть прибыли этой компании получать в виде как акционер, вам нужно создать многотысячные структуры, как правило, крупные международные, да, и многомиллионный товарооборот для этой компании. Только после этого вам, возможно, будет дано право выкупить часть акций, либо вам подарят какой-то небольшой пакет. Вот. Таких компаний совсем немного. У нас все немножко по-другому происходит. Вы сначала становитесь совладельцами компании, товаром которым в недалеком будущем будет реализация технологии, которую мы сегодня уже, скажем так, близки к сертификации. Я думаю, последние новости вы знаете в большинстве своем, да? То есть товаром является транспортная технология, которая будет использоваться в большом количестве адресных проектов, и оттуда к вам будет стекаться прибыль в виде дивидендов, например, да?
То есть это в корне отличается от всего того, что мы знаем в мире MLM-бизнеса. Поэтому я вас с этим, наверное, хочу поздравить. То, что у нас как бы так не совсем обычная партнерская программа, не совсем, кстати, обычная компания, в которой есть многоуровневое распределение денежного вознаграждения, да? Вот. Но действительно это там, вот сейчас нужно поискать, чтобы найти компанию MLM-бизнеса, например, в которой в свет выводятся тяжелые реальные технологии, да? Вот. А у нас с вами это есть. Для того, чтобы разобраться, какие проценты, да, и какие сегодня условия существуют в компании Skyway Capital по партнерской программе, я вам предлагаю посмотреть ролик, который у вас займет 8 минут. И после ролика, если у вас будут какие-то вопросы, вы мне их зададите, и я на эти вопросы постараюсь ответить. Я не могу сказать, что у меня там 28 пядей во лбу, и я знаю все ответы, но тем не менее, если будут какие-то вопросы касаемые того, как делать, да, и почему, какие проценты и прочее, я постараюсь найти ответы на эти вопросы. Я вам включаю сейчас ролик, вот, но не прощаюсь насовсем. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%.
с 7 по 9 – 0,5%, с 10 по 20 – 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. С 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, те из вас, кто знаком с миром MLM, например, да, с партнерскими программами каких-либо компаний, ну, наверное, подтвердят мои слова, что маркетинг-план компании Skyway Capital очень прост. Да. Еще и два преимущества, которые у него есть, то, что выполнение вами последующей квалификации, да, по отношению к предыдущей, выполнение условий следующей ступени нашей карьеры, вам практически мгновенно, да, там, в течение нескольких минут присваивается следующая квалификация. И мало того, вам начисление, которое происходит у нас, да, на бонусный счет и на акционный счет, если вы достигли квалификации лидера выше, практически мгновенно тоже начисляется на ваши счета. Есть одно важное дополнение, которое как бы не звучит в маркетинге, и в принципе все это произошло не так давно. Есть ли среди вас те, кто не знает, что нужно пройти верификацию? Честно напишите, я как бы никого не собираюсь казнить, и здесь в первую очередь это важно для того, чтобы вы это быстро сделали и чтобы вы эти вопросы решили. Если есть такие люди, поставьте, вот просто напишите «да», да, вот просто сейчас слово «да», что есть те, кто не прошел верификацию. Почему это важно? Потому что
Смотрите, если вы сами не верифицированы, да, и вам идут какие-либо начисления по партнерской программе на бонусный счет и так далее, до тех пор, пока вы не верифицируете сейчас свой аккаунт компании Skyway Capital, денежные средства с бонусного счета вы не выведете. То есть заявка вами, поданная на вывод денежных средств, она не будет исполнена до тех пор, пока вы не пройдете процедуру верификации. Второй важный момент. Вот если у вас сейчас регистрируются новые люди, и которые покупают разовые пакеты, да, разовые, вы знаете, что у нас есть рассрочки, есть разовый пакет. Так вот, если под вами, либо в глубине вашей структуры человек купил разовый пакет и не верифицировался, то за этот пакет вам деньги не будут начислены до тех пор, пока этот человек не пройдет верификацию. Соответственно, маркетинг-план компании Skyway Capital можно считать маркетинг-планом мгновенных выплат при условии, да, что партнеры, которые все это делают, они верифицируются. Понятно ли я это сказал? Есть ли какие-то вопросы именно касаемо последней минуты того, что мы с вами говорили? Вот. Если они есть, не стесняясь, вы можете это все писать. Вот. Одно добавить хотелось бы, наверное, чисто вот эмоционально, наверное, да, свои какие-то ощущения, переживания и прочее. Мы были на выставке в Москве. То есть 3 дня она проходила у нас здесь в гостином дворе, прямо возле Красной площади, там в 30-50 метрах от ГУМа и Красной площади в том числе. Да. И на этом мероприятии большое количество чиновников целого ряда рангов, да, посещали наш стенд. Вот. Кто-то знакомился с технологией впервые, кто-то пришел посмотреть и убедиться, что мы еще живы, да, потому что были те, которые знали давно. Вот. Они пришли и сказали: о, а вы до сих пор как бы это, да? Мы говорим: да, мы не просто до сих пор, а мы уже, скажем так, практически приступаем к сертификации. Если кто-то внимательно смотрел новость, да, которая прошла у нас по чатам, то, что в компании Skyway, точнее компания Струнных Технологий, готова к тому, чтобы начать проходить процесс сертификации. И структура НТЦ НИИ ГЭТ, да, то есть, которая занимается непосредственно вопросами сертификации транспортных систем, легких, скажем, наподобие трамваев, да, вот, легких рельсовых систем. То есть фактически все уже готово к тому, чтобы начинать вести работу именно касаемо сертификации. Я вам сейчас новость сюда сбросил, вы можете перейти, она выпущена сегодня. Вот, Капитал скоро ее отдублирует, она будет на сайте Капитала в том числе. Вот таким вот образом. Те события, которые произошли за последние несколько дней, они по сути тоже являются инструментом в ваших руках. Да? То есть вам по большому счету доказывать уже кому-то, да, и надувать щеки, потому что у вас нечем что-то подтвердить, что мы развиваем, что мы двигаемся к успеху, да, что мы реально есть. Да уже не надо. И те люди, которые будут продолжать упираться, скажем так, рогом, как иногда говорят, в стену и говорить, что как бы этого всего не может быть, но вы с ними ничего не сделаете. Они будут это делать тогда, когда вы будете ехать рядом с ними в юнибусе, да, они будут сидеть на сиденье рядом с вами и будут вам доказывать, что они едут в чем-то другом. Вот. Что это не мог придумать, скажем так, белорус, что это не могло произойти на территории СНГ, вот, потому что в детском саду или в школе ему про это никто не рассказал, и родители ему про это не сказали. Соответственно, такого быть не может. Вы можете продолжать давать информацию новым людям. Вы можете продолжать давать информацию, кто, например, год назад от вас ее получил, и просто встретившись, узнав, как у него дела, он может вас сам спросить: ну а как у тебя? И сказать: ты знаешь, много ничего интересного произошло. Тебе правда это интересно? Если он скажет: да, интересно, давай вот вечерком с тобой в скайпе перетрем немножко, я тебе кое-что покажу. И все. И по месту стоять там возле магазина с сумками, да, либо где-нибудь бежать по эскалатору, ему в спину кричать, что у нас тут столько нового произошло, этого делать не надо. Уважайте себя, да, у вас подтверждение реальное, то, что это происходит, есть. Поэтому просто-напросто вы можете людям сделать добро, предложить данную возможность. Подходите к этому таким образом. Потому что ничего плохого вы не предлагаете. Вы не предлагаете, скажем, какие-то пирамидальные схемы, в которых ничего нет, и стопроцентное, да, распределение денежных средств от поступивших всем тем, кто пришел раньше, и так далее, и так далее. Мы работаем с реальной тяжелой технологией. Инвестиции, которые приходят, они идут в реализацию строительства сегодня, да, на территории технопарка. Вот. И именно этими деньгами оплачивается все, что нам для этого нужно. Строительные материалы, конструкции, узлы, агрегаты. Вот. Дальнейшая оплата работы по сертификации и так далее, и так далее. Все это заложено в сумму, которую нам нужно собрать. И спасибо вам большое, то, что помогаете нам это все реализовывать. Вот что я хотел вам сказать. Проверка верификации, вы знаете, поначалу огромное количество людей стали верифицироваться, и человек, который занимается верификацией, был завален, скажем так, вот, ну,
выше, чем макушка, в несколько раз, да, то есть глубина была очень большая. Сейчас где-то это может занять там 1-2 дня. Касаемо компании SkyWay. Это не произойдет мгновенно, да, но ваша заявка подтверждается, и в том месте, где была верификация, вы ввели документы, и там было написано, что ваши данные на проверке, если все в порядке, то там будет написано «верифицирован», как у меня. Итак, друзья, есть ли какие-то вопросы? Сегодня только второй день этой недели, да, сегодня только у нас 6 декабря, вот. Завтра у нас 7 декабря презентация в Москве. В конце этой недели презентация, точнее крупная конференция будет проходить в городе Санкт-Петербург. Да, международная конференция, на которую, в принципе, каждый из вас может попасть при желании. Еще есть возможность купить билеты в личном кабинете каждого партнера, приехать в Питер, услышать, скажем так, подведение итогов за весь год работы компании SkyWay Capital, да, за все то, что было проделано до сегодняшнего дня, перспективу, которая нас ждет, ну и послушать интересных людей с интересной информацией. План мероприятия вы можете найти внутри личного кабинета. Вот. И скоро выйдут видео новости, возможно, сегодня вечером, либо завтра утром в компании SkyWay Capital. Там тоже об этом будет говорить. У меня на этом все. Если вопросов больше нет, ну, наверное, хочу сказать вам спасибо. Завтра в 17 часов у нас презентация онлайн. Она будет, да, где-то с 15, 17 до там, 17.50, до 18, возможно, если вы будете задавать вопросы. Ну и живая презентация в Москве. То есть мы работаем, мы двигаемся, мы радуемся всему тому, что происходит. Позитивно мыслим, смотрим в нужном направлении. Ну, если нужна какая-то помощь от нас вам, с удовольствием это делаем. Желаю вам всем отличного настроения сегодня вечером. Тем, кто любит футбол, победы, скажем так, всех тех команд, за кого болеете, потому что Лига Чемпионов, Лига Европы заканчивается, да, тем, кто любит хоккей, чтобы ваши команды чаще побеждали. Вот. Ну и вот, например, Алексей из Омска, да, «Авангард» в последнее время хорошо играет. И пусть продолжает это делать. Еще раз спасибо. Если верификация подтверждена, то пакеты оформляются автоматом. Да, после того, как вы прошли верификацию, и, например, следующий пакет вы будете заказывать, вам уже ничего не надо будет заполнять. Вы просто оплатили, кнопку нажали, и все. И те данные, которые вы ввели при верификации, будут присвоены к следующему сертификату. Это очень удобно. То есть дальше все начинает работать автоматом. Вот такие вот дела. Для этого это и сделано. Проверить, что вы – это вы, да, в первую очередь. И второе, чтобы вам потом было комфортно работать, потому что я знаю, что есть большое количество людей, которые не останавливаются на покупке одного сертификата за $15, а периодически зарабатывают деньги у нас, продолжают себе докупать пакеты долей компании. Либо вам идут начисления на акционный счет, и вы все равно оформляете эти пакеты. Соответственно, верификацию прошли, на акционный счет нападало $1000, оформили пакет, 150 тысяч, скажем так, у вас получилось долей компании, и они уже, если вы верифицированы, автоматом вам зачислились. Вот таким вот образом. Ну, тем более, если у вас закончится рассрочка, вам нужно будет пройти. Поэтому верифицируйте сейчас. И, возможно, рассрочка немножко другой механизм, потому что даже вот если вы оплачиваете рассрочку, начисления все идут по партнерской программе, да, даже если не верифицированы ваши партнеры. Но, тем не менее, не откладывайте в долгий ящик верификацию, сделайте это сейчас. Хорошо? Я вам просто это рекомендую. Проще будет нам и вам. Не останется какой-нибудь недосказанности, да, мы будем чисты друг перед другом. Ну и вместе будем двигаться по жизни. Ну все отлично. Я вас поздравляю. Хорошо, коллеги, всем отличного вечера и до новых встреч на просторах интернета. Почему при регистрации не приходят 100 акций? У вас 100 акций, сейчас 100 акций начисляются после верификации. Вы зарегистрировались, верифицировались, и только тогда у вас получается 100 акций на премиальном счете. Так что верификация теперь еще идет и к подарочным акциям в том же преломление, да, то есть если вы не верифицированы, то ваши 100 акций будут висеть в виртуальном пространстве и ждать, когда вы верифицируете, чтобы быть у вас начисленными на премиальный счет. Вот такие дела. Все, коллеги, хорошего вечера, до новых встреч, завтра я вас жду здесь на нашем вебинаре, ну и те, кто если из Москвы меня слушает, буду рад вас видеть на живой презентации здесь недалеко, в 500 метрах от нашего офиса, в гостинице «Татьяна», в очень удобном зале. Комфортно там проводить мероприятия, интересно общаться с людьми. Ну, до новых встреч. До свидания.